Здравствуйте, я Павел, и я предприниматель. Мне постоянно приходится перевозить грузы, но содержать собственный грузовой автомобиль невыгодно, а пользоваться услугами транспортной компании бывает не совсем удобно. Поэтому я подумал, было бы здорово иметь в распоряжении онлайн-сервис грузоперевозок. Представьте, я нахожусь в командировке во Владивостоке, скачиваю приложение на мобильный или же захожу с ноутбука прямо на сайт. Затем прохожу быструю регистрацию, и передо мной открывается список всех нужных мне автомобилей в Москве или в любом другом городе, несмотря на расстояние и разницу во времени. В этом списке можно увидеть ближе всего расположенный ко мне автомобиль, его стоимость и рейтинг. Здесь я смогу проверить его технические параметры. Более того, я смогу оценить характеристики автомобиля и его внешний вид. Причем это может быть не только грузовик, но даже эвакуатор или любой другой спецтранспорт. А после заказа машины я смогу проследить ее точное расположение онлайн. А также смогу увидеть, стоит она в пробке, разгружается или загружается. Кстати, здесь же я смог бы застраховать груз или автомобиль. Этот сервис откроет новые возможности для моего бизнеса. Я бы запустил этот сервис этим летом. У меня даже есть название для него – СВНЕ.